Избирательный участок номер 3448 расположен в школе искусств имени Розума в поселке Загорянский. Проверить, как здесь проходит голосование, приехал временно исполняющий полномочия главы городского округа Щелково Андрей Булгаков. Председатель комиссии рассказал ему, что такой формат голосования загорянцам очень нравится. На этом участке, как и везде, строго соблюдаются все санитарные требования. Температуру жителям измеряют, маски и перчатки выдают, а со схемой движения, где разделены вход и выход, можно ознакомиться заранее. Средствами индивидуальной защиты обеспечены 100%, то есть согласно списку, плюс 10%, и маски, и салфетки дезинфицирующие. Видите, на столе предоставлены перчатки. Избиратель обеспечен полностью средствами индивидуальной защиты. На участке в школе искусств сегодня встречали еще одного высокого гостя. Легендарный советский хоккейный вратарь, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк, хоть и зарегистрирован в Москве, но с 79 года он, по сути, живет на Загорянке. Здесь и голосовал вместе с супругой. Я открепился, почему? Потому что здесь на даче нахожусь, поэтому здесь теща моя живет, поэтому мы здесь рядышком пришли здесь проголосовать. Всех присутствующих на участке Владислав Александрович поздравил с праздником. Он отметил, что Конституция – это наша жизнь, каждой семьи, каждого человека. В эти важные дни голосования от нас зависит, какой она будет. Будущее нашей страны – это наша ценность, это наши традиции, это государственное объединение, это все. Вся жизнь, в которой мы находимся, она отображена в Конституции. Поэтому это основной закон, который должны соблюдать все. От рядового человека до президента. Поэтому вот каждый россиянин должен прийти и сделать свой выбор. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.